Привет, девчонки! Сегодня готовим венские вафли. Что нам для этого нужно? 300 грамм муки, 2 яйца, по чайной ложке разрыхлителя соды, 150 грамм сахара, 300 грамм молока, возьму одну упаковочку йогурта, можно не брать, добавить это количество молоком, и 150 грамм масла. Теплого растопленного сливочного масла. И будем упекать вот в таких формах, специально для венских вафель, в духовке. Приступим. Масло мы растерли с сахаром. И отставим в сторонку наше слегка, значит, растаявшее масло. Растерли с песочком. Оставим в сторону. Молоко тем временем 300 грамм поставили чуть разогреваться на плите. Тем временем берем наши яйца и немножко взобьем их венчиком. Буквально, чтобы до однородной массы. Значит, до однородной массы взбили наши яички. И теперь в эту смесь масляно-сахарную смесь добавляем яйца, которые мы взбили. И тоже все смешаем. Все смешаем до однородности. И сейчас сюда добавим теплое молоко. У нас будут, значит, вафли выпекаться в духовке. И консистенция должна быть жидковатой. Мы ее потом будем разливать, значит, по формочкам. Духовка будет у нас разогреваться до 220 градусов. Итак, значит, масло, яйца и сахар мы сейчас размешаем до однородной массы и добавим молоко. В нашу масляно-яично-сахарную смесь добавляем молоко. И снова смешиваем. Можно добавить йогурт. Я добавлю для вкуса, но при желании можно это количество, тут 100 грамм где-то, можно 100 миллилитров, вернее, можно заменить пропорцией молока. И теперь нашу жидкие, значит, продукты соединяем сухими. Для этого 300 грамм муки. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. 1 чайную ложку разрыхлителя. И потом еще добавим 1 чайную ложку соды, гашеную лимонным соком. Все это через сито. И будем смешивать. Как введу я всю муку, мы снова встретимся и уже пойдем к духовке разливать по формочкам. Так, мы вмешали всю муку. Вот такой вот консистенции получилось. И сейчас добавим соду, чайную ложку, гашеную лимонным соком. Сейчас это тесто у нас постоит минут 20-30 достаточно. И потом уже будем вливать по формочкам.
через 20-30 минут, но немножко все продукты смешаются. И мы вернемся, будем разливать по формочкам. Тут главное не переборщить. Ровным слоем зальем. И потом на 220 градусов оставим минут от 5 до 8, в зависимости от того, как печет ваша духовка. Ну, там уже сами будете смотреть, до загорелого вида, чуть золотистого. Сейчас мы потом это разровняем. И потом уже эти вафли можно подавать и с джемом, и со сгущенкой, и с заварным кремом, и с каким-нибудь вареньем, да и просто так есть можно. Так что это быстрый, аппетитный завтрак для вас, для ваших близких. Попробуйте, не пожалеете, собственными руками такие красивые формочки. И ваши родные и близкие будут экспериментировать. Не покупные магазины, а вот такие домашние, с чем душа пожелает. Сейчас мы все заполним. И оставим их в духовке, да, золотистого цвета запекаться. Потом посмотрим, что у нас получится. В принципе, здесь хватит где-то еще, может быть, на один такой противень из наших всех ингредиентов. Ну что ж, до встречи. И вот смотрите, наши вафли в духовке. Прошло 2 минуты. Смотрите, они как набухли. Поэтому наполнять формы нужно не до конца, чтобы у них было место. И чтобы они потом получились красивые и вкусные. Поэтому еще сейчас дождемся минут 3-4 и будем их вынимать. Так что смотрите, как набухли. Поэтому ждем. Ну что ж, вот все вафельки у меня готовы. У меня получилось 2 противня, то есть 16 штучек. Так что сами решайте, сколько вам по ингредиентам, удвоить или уменьшить. И из моих данных ингредиентов получилось 16 штук. Мы будем пробовать с вареньем и с джемом. Можно также с сгущенкой, с тертым шоколадом, с мороженым, с чем угодно, с ягодами. Так что экспериментируйте, пробуйте. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и до встречи!